В этом видео на Моголь ТВ вас ждет 5 головоломок и загадок, которые проверят вашу логику. После того, как вы услышите условия головоломки, можете поставить видео на паузу, дать свой ответ, а потом услышать правильный. Сколько головоломок из 5 вы отгадали, пишите в комментариях. Номер 1. Для начала по традиции проверим вашу внимательность. Среди этих букв «В» есть одна «В», которая перевернута в другую сторону. Найдите ее. Напомню, вы можете ставить видео на паузу. Если вы нашли перевернутую «В», то ставьте лайк. Она была здесь. Теперь переходим к более сложным головоломкам. Номер 2. Детективная загадка. Следователи прибыли на место убийства мужчины. Подозреваемыми в преступлении являются Сергей, Нестор, Анфиса, Ульяна и Андрей. У следователей есть единственная улика. Перед смертью убитый пытался указать на убийцу с помощью календаря. Там он отметил даты, а также написал последовательность цифр. Так кто же убийца? Итак, если подойти к этому логически и сопоставить последовательность цифр и даты на календаре, то выстраивается закономерность. Первые буквы месяцев складываются в имя убийцы. И это Анфиса. А сейчас проверим ваше образное мышление. Посмотрите внимательно на экран. Как бы вы назвали эту технику? Пишите варианты в комментариях. Для создания этой машины из множества игр мы выбрали Crossout, потому что эта игра бесплатная, весит всего 2 гигабайта и в ней собирается все как в Лего. Ссылка на игру есть в описании под видео. Номер 3. Девочка хотела купить шоколадку, но ей не хватало 10 рублей. Мальчик тоже хотел купить шоколадку, но ему не хватало 1 рубля. Дети решили купить одну шоколадку на двоих, но им все равно не хватило 1 рубля. Сколько же стоит шоколадка? Итак, правильный ответ. Шоколадка стоит 10 рублей. А у девочки, соответственно, не было денег совсем. Номер 4. Посмотрите на эту картинку очень внимательно. И найдите на ней неправильный кубик. Итак, уверен, это было совсем непросто. Если вы все же не нашли, то вот вам правильный ответ. Максимальное число на кубике 6, а тут целых 7 точек. И еще одна загадка на сообразительность. В какое место в автомобиле нужно воткнуть копье, чтобы машина взорвалась? Crossout хорош тем, что любой автомобиль можно разобрать до последнего винтика прямо в бою. Но если учитывать слабые места врага, то противник погибнет за секунду. Если вы решили попробовать поиграть в Crossout, ссылка на игру в описании под видео. Номер 5. Человеку из Монголии нужно отправить посылку с дорогой тростью, которая по длине составляет 1 метр 40 сантиметров. Но по правилам монгольской почты они отправляют посылки, не превышающие 1 метра в длину. Как же человек вышел из положения и все-таки отправил свою посылку? Итак, для того, чтобы отправить посылку, понадобится находчивость. Человек просто взял квадратную коробку 1 на 1 метр. Расстояние по диагонали в такой коробке получается 1 метр 40 сантиметров. Трость как раз поместилась, а размеры коробки не противоречили правилам почты. Пишите в комментариях, сколько из 5 головоломок вы решили верно. Еще больше интересных познавательных видео на канале Моголь ТВ. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте оставлять комментарии под видео.